Как я могу это сделать, когда я не молодежь университета? А ты можешь помечтать. Да, если да, если есть такая ситуация. А ты знаешь, как у вас практически это в центре или нет? Приблизительно. Напиши то, что ты знаешь, и можешь написать, что бы ты хотел тоже. Какой... Мечтать. Да, помечтать. Семинар? Семинар. Что такое семинар? Как часто он происходит? Мероприятие. Два раза в году. Два раза в году. Что это? Мероприятие. Ну сколько часов? В полдня. Шесть часов, да. Мероприятие. Семинар. Семинар в школе или там, я не знаю, молодежный. Хорошо. Но это классно даже планировать личный календарь. Где я занят? На протяжении недели. Моя занятость. Спортзал, там, например, что там еще, не знаю, гости, там, родственники, работа. Да? По времени. Планировать свое время. То же самое, раз в год. Отдых. Например, я не знаю, Ялта. Еще где-то. Закарпатье, да. И мероприятия, то же самое. Где я могу там день рождения, возможно, какие-то, да? Тоже классно, как лично предложение. Планирование — это наша стратегия. Тоже, это как мы. Возможно, посмотрим, чтобы был баланс в нашем служении по пирамиде, да, по этапам. Вот может это быть одна, как мы это будем понимать, или сразу есть баланс во всех направлениях, да? Можно еще класс. Сказать этапное, которое как культура, смотри, что культура сменяется, или мы меняемся. Это так? Я думаю, если мы определили аудиторию, мы будем придерживаться того, что им интересно. Мы не определяем культуру, хорошо, мы определяем аудиторию. Да, мы занимали культуру. Если мы едем в деревню, то подбираем одну программу. Если детей, которые имеют деньги, подбираем американцев. То есть, ну, как бы. Стратегия. Американцев? Да, все, кто не подходит, выгонят. Хорошо.